Всех приветствую на своем канале. Сегодня 22 июня и ровно год, как я стала использовать свой YouTube канал в роли видеовлога. И, в общем, в принципе, если бы год назад Аленка Елена Снегирева, Леночка, если бы она мне не посоветовала, сидя в кафешке, так настоятельно, ах, если бы ты была бьюти-блогером, ах, если бы ты была блогером, сделать первый свой видос, если бы она мне не консультировала, что и как нужно делать и тому подобное, я, конечно, бы даже в жизни бы не подумала заниматься видеоблогингом. И, конечно, я очень ей благодарна. Я очень благодарна вам, мои дорогие подписчики, мальчики и девочки, за то, что вы пишете комментарии, высказываете свое мнение, даже если оно расходится с моим. И делайте свои запросы. Благодаря этим запросам я, в принципе, развиваю свой канал, делаю его как-то интереснее и лучше. Я очень рада, что вы ставите лайки или дизлайки. Я им тоже, в принципе, рада, что вы смотрите мой канал. Что вас у меня уже более 1600 подписчиков, и это только за год. Я очень-очень рада. Я даже не ожидала, что именно вот так все произойдет, что будет, что-то будет приносить только радости, энергии, эмоций, как-то положительных каких-то впечатлений, что у меня завяжутся новые знакомства с Диной из Тюмени. Привет тебе, если ты меня смотришь. С Наташей из Екатеринбурга. Очень приятно с тобой общаться ВКонтакте. И тебе тоже, конечно же, привет. Наташа из Германии. Очень было необычно, когда она стала только комментировать меня. Сначала думала, что она меня троллит, и я не очень понимала с самого начала ее этот транслит, но так чудесно было, что когда она написала про эти конфеты, я думала, что она просто прикалывается. В общем, очень было приятно получить посылки, приятно получать от вас посылки, сообщения. Сообщения ВКонтакте. Я никогда не думала, что вот это вот занятие, говорить на камеру, что-то такое о себе рассказывать, что-то показывать, это приведет к тому, что мне будут писать ВКонтакте люди или в Одноклассниках, в социальных сетях и выражать свои благодарности, свои восторги. Это очень чудесно. Я очень вас всех люблю, мои дорогие подписчики, ребята. В общем, я очень рада, что вы остаетесь со мной. И тем, кто заново подписывается, я тоже всегда рада. Всегда готова к общению. И, ну, и к личному тоже, если получится. И что же еще сказать? Ну и благодаря вам все-таки я как-то вот... Именно благодаря обзорам на YouTube я подобрала себе как-то вот, допустим, сейчас даже покажу, вот эти блески, я что-то делала исключительно, вот красила губы там в какой-то цвет, этот макияж губ делала исключительно для видео, потому что стабильно в основном или на мне одна какая-то помада, пока она не закончится, или меня не переклинит, или какой-нибудь один-единственный блеск. Теперь я вот стала этот дуэт стабильно пользоваться при выходе в люди, так сказать, просто экспериментировать что-то такое с внешностью, что-то еще, ну, конечно, какие-то ваши советы принимать на веру, даже если я сначала брыкаюсь. Я всегда брыкаюсь, это не только на ютубе, в плане там сначала как, что это, сидишь, что ты в таком танке, такой ленивый фрик, и вдруг, ой, кто-то что-то посоветовал, и долго-долго соображаешь. Ну и, в общем, мне очень приятное общение с вами. Еще раз, ну, мой канал, так сказать, с первым годом существования в роли видеоблога. И вас, ну, не знаю, тоже, наверное, надо поздравить, что вот вы тут кто-то с самого начала, когда подписался, вот что вы такие постоянные, и вот столько времени со мной меня терпите, и столько времени со мной проводите, и посвящаете мне свое время, проводите, потому что, в принципе, тратить время на просмотр чужого видео, это как-то это, ну, не знаю, это очень классно, потому что, ну, не каждый вот там до конца досмотрит, да, или просто потратить время на кого-то, это чудесно. В чем я очень рада, что вы у меня все есть. Будем продолжать общаться в том же духе, и хочу сказать, у меня несколько видеозапросов снято по списку, и они будут выходить в ближайшие несколько дней где-то в районе 11 часов, и сегодня еще 18:00 будет тоже одно видео выйдет, опубликуется, я заранее загрузила на канал, ну и просто чтобы как-то и себя разгрузить, и попутно выполнять запросы, и чтобы люди, ну, вроде как запрашивают, ждут, да, я такая не обязательно все что-то собираюсь. Ну и вроде как время сэкономить, и люди довольны.
И овцы целые, точнее, и волки сыты, и овцы целые, да, точнее, наоборот, и волки целые, и овцы сыты. По-другому. В общем, мы 2 июля встречаемся с Аленкой. Я думаю, может, будет маленький видео вложик. Меня в третий раз за 2 месяца пригласили на литературное чтение. Я 2 раза отбрыкивалась, придумала какие-то отговорки такие несущественные, но меня уговорили несколько человек, и я все-таки решила поехать в Карабиху с 11:30 до 13:30. Там будет молодежная площадка литературная. И договорилась с Аленкой, в общем, мы встретимся там, погуляем. Я думаю, погуляем потом по Ярославлю. Ну и, соответственно, если будет маленький вложик, то я, конечно, выложу на канал, и я думаю, будет маленький вложик, конечно, на ее канале. В общем, будет ссылка под видео и в таком вот кружочке и информация. Я научилась таки это делать на ее канал. Кто еще не подписался на ее канал, конечно, проходите и подписывайтесь. Она чудесный человек, чудесная подруга. И только благодаря ей вы можете смотреть мои видеообзоры. Большое спасибо за внимание и всем до новых встреч. Пока!